Привет! Будет, наверное, мотивирующее, вдохновляющее видео про наведение порядка. Мы уже неделю тут живем, у нас тут много людей, дети, ну, вернее, один ребенок есть маленький, вот, и прям уже все пришло в такое состояние, что срочно пора наводить порядок. Пока я здесь навожу порядок, просуждаю немножко о том, как вообще все устроено. Конечно, когда куда-то приезжаешь, тем более приезжаешь не один, то приходится подстраиваться и под чужой быт, и под то, как, в принципе, организовано в том или ином месте все. Другая сортировка мусора, другие тряпки, другие какие-то химические или типа нехимические средства. Хотя очевидно, что даже вода – это в каком-то роде химия. В данном конкретном случае мы остановились с друзьями в коттедже в Финляндии и прожили здесь уже неделю. В каких условиях приходится работать? Это же просто невозможно. Огонь! Тебе берил, когда он нужен. А берил должен в обе стороны сниматься. И в сумме у нас где-то 9 дней получается. За это время, конечно, накапливается мусор, пыль, надо готовить, надо время от времени убирать. Конечно, лучше уборку организовывать в тот момент, когда людей не очень много, особенно когда дети изолированы где-то. В нашем случае ребята ездят кататься на лыжах. И именно в этот момент удобно как раз собрать все вещи, пропылесосить, помыть полы, в общем, навести некоторое подобие уюта.
Когда мы выбираем жилье, особенно на большую компанию, особенно надолго, мы всегда очень стараемся подобрать что-то с посудомойкой, а лучше еще со стиралкой, потому что часто мы летаем лоукостерами, и даже не с ручной кладью летишь, с этим маленьким чемоданчиком, а с маленьким рюкзачком летишь, куда у тебя влезает буквально только сменное белье и, может быть, там пара футболок, никакой запасной обуви, запасных штанах обычно речи не идет. Поэтому очень даже неплохо, когда можно постирать футболку, постирать свои какие-нибудь джинсы, чтобы они за ночь высохли, и тогда можно путешествовать супер налегке. Мы снимали домик на Airbnb, и хозяйка нам предоставила много всякой информации о том, как вообще здесь все устроено, как сортировать мусор, куда его вывозить. В данном случае, например, до ближайших мусорных баков больше километра, надо ехать на машине. Хорошо, что проезжает трактор и время от времени эту дорогу расчищает. За то время, что мы здесь, несколько раз были снегопады, и мы размышляли, а мы вообще сможем отсюда выбраться, доехать до магазина, доехать до тех же мусорных баков. Что касается zero waste или там какого-то уменьшения количества мусора, я, честно говоря, особо не насилую других людей. То есть, если мы едем компанией какой-то в такое вот путешествие, как сейчас, или, допустим, на яхте, да, я, конечно, вожу с собой всякие многоразовые там пакетики, в магазин хожу со своей сумкой, с шопером, с рюкзаком, но требовать от всех, чтобы все немедленно начали покупать все без упаковок или покупать только там в условно одобренных упаковках, я не могу и не хочу. Люди едут в отпуск, и то, что у меня такие заморочки, пожелания, не должно портить другим отдых, поэтому когда я еду в магазин, я, соответственно, покупаю то и так, как мне нравится. Когда кто-то другой едет в магазин, естественно, я никаких претензий не имею. Я тут задумалась, насколько вообще отличается качество уборки и отношение к этой уборке в зависимости от того, делаешь ты это у себя дома или где-то вот в таком месте, в котором ты живешь временно. Конечно, отношение немножко разнится. В целом и там ты делаешь это для себя, для своих близких, делаешь так, чтобы тебе было приятно и комфортно. Но, с другой стороны, в данном конкретном случае у меня, конечно, не было ни желания, ни возможности, ни потребности, наверное, отрывать плинтуса и начинать там что-то вычищать. Но сделать так, чтобы было опрятно, аккуратно, чтобы глаз ни за что по возможности не цеплялся, чтобы было действительно уютно, комфортно, хорошо. Это вполне по силам, занимает не очень много времени. И если что-то выходит из-под контроля, и вещи начинают расползаться, и становится как-то не так аккуратненько, как мне нравится, я совершенно спокойно вписываюсь и убираю в том числе в каких-то общих пространствах, а не только в своей комнате.
слышно? Вообще, о, боже. Господи, я не трогай это руками. Как он у тебя работал? Он не особо работает, я же тебе говорю, что он какой-то. Ого! Что там вывалилось? Что-что? Ты это из пылесоса, как он вообще работал? Сюда. Похоже. Неплохо бы включить розеточку. Чувство условности. Любопытно, что когда бронируешь жилье на booking.com, то там редко прямым текстом написано, что вот за уборку после вас мы хотим столько-то денег. Airbnb в этом смысле более прозрачный. Они прям пишут, что вот в стоимость входит в том числе уборка. То есть уберут после тех людей, которые жили в жилье до вас, и уберут после вас за какую-то там сумму, которая включена в стоимость аренды. Но в данном конкретном случае, вот когда просто заходишь в дом, ну, кажется, что все чистенько, аккуратненько, симпатичненько. Но когда мы начали заглядывать под кровати, под диваны, не то чтобы мы делали это как-то специально, но просто там дети бегают, что-то двигают, какая-то мебель туда-сюда перемещается. И, в общем, нет, в данном конкретном случае хочется, честно говоря, попросить деньги за уборку обратно, потому что нету ощущения, что между тем, как мы приехали, и предыдущими арендаторами кто-то хоть сколько-то качественно убирался, так, типа, по каким-то открытым местам, наверное, прошли, но в целом довольно пыльно. И более того, наши друзья и коллеги, которые были с нами сначала, они в середине нашего пребывания съехали, потому что прям разыгралась аллергия. Дом этот в том числе сдается с возможностью приехать с животными. И тут прям были следы собак, кошек в виде шерсти. И ребятам пришлось съехать в гостиницу, где нельзя с животными, потому что им прям тяжеловато здесь было. Приходилось пить таблетки постоянно. Это, ну, ничего хорошего, если можно не сталкиваться с аллергенами, лучше, конечно, не сталкиваться, тем более, что они приехали на лыжный марафон, и совершенно ни к чему страдать от аллергии и после этого еще активно заниматься спортом. Может быть. Так, показываем результаты утренней уборки. Мне кажется, стало гораздо, гораздо лучше. Не то чтобы супер идеально, но лучше. Да? Да. Осталось собрать теплые свитера, пледики и пойти гулять на озеро. Да. Блять.